Ленинградский аэропорт. Сюда прибывает гостящий в Советском Союзе по приглашению председателя Совета Министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева, президент и глава правительства Республики Гана, доктор Кваме Нкрума и сопровождающие его лица. Встретив высокого гостя в аэропорт, прибыли член Президиума Верховного Совета СССР Спиридонов, первый заместитель председателя исполкома Ленгорсовета Исаев и другие. Товарищ Исаев от имени ленинградцев сердечно приветствовал главу дружественной страны и его спутников. Ответную речь произнес доктор Кваме Нкрума. «Я особенно счастлив, — сказал президент, — предоставленной возможностью посетить знаменитый город, названный в честь основателя советского государства, бессмертного Ленина. На улицах и площадях нашего города тысячи ленинградцев приветствовали президента Кваме Нкрума, главу молодой Африканской республики. Президент вместе с другими посланцами народов Ганы побывал на легендарном крейсере «Аврора». Все в этом городе трех революций привлекало внимание гостей из далекой Ганы. Они осмотрели Смольный, где осенью 17 года великий Ленин провозгласил первые декреты советской власти о земле и мире. Гости знакомились с достопримечательностями Ленинграда. Побывали в Эрмитаже, сокровищнице мирового искусства, и с интересом осмотрели его коллекции. Тепло и сердечно встретили президента Кваме Нкрума и его спутников рабочие завода «Электросила» имени Кирова. Гости осмотрели заводские цеха, где создаются турбо- и гидрогенераторы для многих электростанций страны. Президент и глава правительства Республики Гана беседовал с рабочими, интересовался их трудом и жизнью. А потом состоялся многолюдный митинг, посвященный встрече трудящихся «Электросилы» с посланцами народов Ганы. «Советский народ питает чувство глубокого уважения и дружбы к народу Республики Гана», сказал руководитель бригады коммунистического труда токарь Курчавин. Светлана Яковлева приветствовала гостей от имени молодежи завода. Доктор Кваме Нкрума поблагодарил за сердечную встречу и за памятные подарки от коллектива завода, который преподнес ему директор «Электросилы» Мозалевский. «Пусть крепнет дружба между народами Советского Союза и Республики Гана».